Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы поговорим о такой проблеме, как ночной НРС у детей. И коснемся неврологических аспектов. В сегодняшнем КБ-10 НРС идет за шифром F. По идее, невролог не должен принимать, смотреть таких пациентов. И если мы возьмем рекомендации определения, это область урологии. Ну, вот даже последнее определение, то есть одно из определений, что первичный ночной НРС определяется как непроизвольное мочеиспускание в ночное время ребенка старше 5 лет, который никогда не был сухим в течение 6 месяцев. И сноска. Стандарты и дефиниции нижнего мочевого тракта у детей, где эта дисфункция рассматривается. Британский журнал. Урология. А где же тогда место невролога? Потому что основные пациенты все равно попадают к неврологу. Что же должен делать невролог, педиатр? Соответственно, к педиатру мы тоже придут с жалобами. Эта проблема довольно частая. Возьмем данные Англии, Швеции от 6%, Франция 10%, то есть каждый 10-й ребенок. Голландия 12%, Корея, Турция 15%, в Японии и того больше. Каждый 5-й ребенок, подростков 0,1%, у кого-то остается даже на всю жизнь. Редкие случаи. При повышенной водной нагрузке может и случиться и такой эпизод. Если брать концепции исследования, мы уйдем ближе к генетическим проблемам. И одна из доказательных баз генетики была работа полиморфизм структур мозга с доказанной ассоциацией D4 рецепторов и ночного НРЗа с различной плотностью в поясной извилине и в талямусе. Вот неврологические аспекты НРС и НРЗом, а есть связь с D-рецепторами. А D-дофаминовая система – это активация коры. То есть система на уровне коры есть, центр контроля за мочеиспусканием, и недостаточная плотность может приводить к пониженной регуляции этого рефлекса, контроль за мочеиспусканием. И вопрос, конечно, созревания этого рефлекса, когда он должен быть. Нормы тоже ведь разные, от года до 3 лет. Но здесь обозначено, что до 5 лет может этот рефлекс развиваться, контроль за мочеиспусканием. То есть рубеж 5 лет, рефлекс должен быть. Нас еще, как неврологов, конечно, интересует коморбидность при НРЗе, то есть сопутствующие синдромы. До трети детей с НРЗом имеют поведенческие и психологические проблемы. Это раз. Перепады настроения, чувство стыда, низкая самооценка и успеваемость в школе. Мало того, могут иметь наказание со стороны родителей, социальная изоляция. Патогенетические концепции, они очень важны, потому что на базе этих концепций формируется терапевтическая стратегия. Нейромедиаторная, центральная, недостаточная функция дофаминовых рецепторов, и мы увидели подтверждение этой данной концепции, различная плотность в талямусе и поясной извилине. Поясная извилина также отвечает за процессы внимания у ребенка и у взрослого человека. Соответственно, значение препаратов, которые могут усиливать функцию катехоламинов на уровне рецепторов. Периферическая концепция затяжка формирования рефлекса на наполнение мочевого пузыря. Поэтому будут даваться препараты, которые будут приводить к релаксации гладкомышечной мускулатуры и усиливать тонус сфинктера. Нейроэндокринная гипосекреция антидиуретического гормона в ночное время, то есть тогда, который проявляется никтурии, это тоже надо выяснить. И тогда назначаются препараты, которые будут компенсировать функцию антидиуретического гормона, снижать диурез в ночное время. Это варианты того же минирина.
или деспотприсина. И наследственная концепция, которая, кстати, может наследовать практически или задержка как бы созревания функциональное всех этих систем, или по наследству, может быть, как раз и передается эти как бы все или комбинация этих патогенетических этапов формирования заболевания. Интересно, что протестировали родителей и функция, как говорится, здравоохранения. Но вот матери считают, что врачи недостаточно уделяют внимания этой проблеме, а это социально-бытовое, как бы социально-бытовой дискомфорт. Что назначают во Франции? Ну, это хотя статья 2000 года, тем не менее, на первом месте оксибутинин, то есть холинергический препарат, он же дрептан, десмопрессин, функция антидиуретического гормона, и имопромина, центральная концепция, усиливает действие катехоламинов на уровне как талямуса, коры, также и на уровне центра контроля мочеиспускания. Также используют различные приборы со звуковым оповещением. И в рекомендациях бразильского консенсуса по энурезу с рекомендациями они используют литературу, которая есть на сегодняшний день. И эффект 60-75% считается, если нет первый месяц, то нужна комбинация с другими методами. То есть, если взять уровень доказательности, прибор с оповещением, цель которого выработать рефлекс коркового центра мочевого пузыря, контроля мочевого пузыря, уровень 1А, то есть это довольно высокий уровень. Вмешательство первого уровня, прибор с оповещением, который сигнализирует на уровне постели, что, к сожалению, началось мочеиспускание или крепится на уровне там, нижнего белья. Задача – выработать рефлекс, чтобы ребенок пробуждался при мочеиспускании. Антидиуретический препарат, минерин или десмопрессин, тоже считается уровень доказательности 1А, синтетический аналог антидиуретического гормона. Но что здесь нужно использовать? Контроль натрия крови и показания никтурия, то есть ночной диурез больше 130%, какой он должен быть. Ну, если мы вспомним, что норма дневного и ночного, можем взять анализ даже по Зимницкому, чтобы выяснить ночную никтурию. Но когда энурез, говорит, попробуй, собери мочи ночью, ребенок крепко спит. Тоже есть сложности. Тем не менее, вот это соотношение день и ночь, днем должно быть 3 раза больше. И при энурезии это может смещаться, то есть до 130% от нормы. Оксибутинин, дрептан, уровень доказательности 1, тоже высокий, Б, с 5 лет можно назначать 5 мг, блокатор М-холина, рецепторов, снижение напряжения детрузора и повышение тонуса сфинктера. Показания частые мочеиспускания и объем мочевого пузыря менее 65%. Ну, так вот вычисляется формула. Возраст плюс 9 умножить на 20. Вот и особенности, что побочный эффект появляется, запоры. Как можно это выяснить? Обычно назначается так называемый ритм мочеиспускания. То есть в дневное время ребенок при позывах мочит в бутылочку, это если мальчик, или в горшок, то потом выявляет, сколько это миллилитров. И вот при наличии малых объемов 20, 30, 40,
нормы 50, то есть 70, 100, ну так вот средний в 5 лет, он может уже накапливать. И когда вот частые, то есть есть возможность как бы иметь показания к назначению дрептана. Я к вопросу, что препараты назначаются дифференцированно, исходя из анамнеза, в том числе. Если мы проводим исследование, нормальный объем мочевого пузыря, нормальный диурез дневной и ночной, значит, мы думаем больше данных за нарушение созревания коркового центра. Тогда пробуем аппарат на оповещение, потом размышляем о центральном действии. Центральное действие мепрамин, трициклический антидепрессант, обмен серотонина, дофамина и норадреналина. Здесь уже уровень доказательности 1 и С, несколько меньше. Назначаем с 10 мг старше 6 лет, доводим до 20-60. У детей меньше 14 лет. Препараты, по такие как диазепам, атомокситин, вольтарен, эндометацин, нет явных доказательств. Тем не менее, комбинация препаратов можно рассуждать, и как это предлагают эксперты. Если один препарат неэффективный, например, дрептан, то целесообразно сочетать мепрамином или десмопрессином. Сочетание препаратов, эффект всегда выше. Нейростимуляция. Предлагают электрофорезы на область пояснично-крестцовую. Есть результаты по нейростимуляции. Смысл какой? Формирование, опять же, стимуляция сегментарного аппарата может улучшить контроль мочеиспускания. Или на мочевой пузырь нейростимуляция, или сакральная. Тем не менее, нужны дополнительные исследования, кратность исследования, топографию, или мочевой пузырь, или сакральная стимуляция, и длительность процедур, и сколько времени стимулировать. Нужны дополнительные исследования. Не доказали эффективность. Это, кстати, из-за большого консенсуса по бразильского консенсуса 2019 года. Остеопатия, хиропрактика, гипноз, иглотерапия. Обсуждается фуросемид, то есть для чего в дневное время дали, чтобы он больше как бы опорожнил мочевого пузыря. Также обсуждается и эндометацин. Но как обсуждается, и не более того. Вот этот слайд я хотел бы, чтобы вы запомнили, почему воздержаться от желания направить к этим специалистам, к иглотерапевтам, гипнотизерам, хиропрактикам и остеопатам. Лучше погодить. Говорите, подождать дополнительных данных. Спасибо за внимание. Еще раз хочу сказать, междисциплинарная проблема неврологов, урологов, педиатров, где-то даже и психиатров. На стресс могут возникать эпизоды энуреза, которые рассматривают как вторичный. То есть был период такой, скажем, ремиссии, холодный период, как после уже освоения навыков контроля мочевого пузыря на каких-то стрессовых событиях, он проявился, рассматривается как вторичные. Здесь бы, наверное, больше сработал даже не гипноз, а психотерапевт. Поиск такой доскональной стрессовой ситуации, работа с родителями, работа с ребенком. И мы увидели, что 30% имеют все-таки стигматизацию и нарушение обучения. То есть коморбидность синдрома и коррекции из ДВГ, перепадов настроения. И мы, получается, набрали с вами действительно междисциплинарную бригаду для помощи данному ребенку. Получается, бригада у нас с вами, если он попал к неврологу, и консультация уролога, оценка ритма мочеиспускания, объема мочевого пузыря, есть ли никтурия, как мы говорили, показания к минерину целенаправленные, частые мочеиспускания, показания к дрептану. Не находим этих феноменов больше наследственности, подумаем о задержке созревания коркового центра,
Чаще это вот с наследственной природой связано. Уточним, когда у мамы закончился НРС, и у папы, и часто у двух родителей имело место, или у родного дяди по линии отца. То есть составить еще и родословную. И особенно, когда возраст регресса данных симптомов. Иногда приходится вот рассуждать с родителями, этот метод не подошел, этот, ну что ж, есть еще такой показатель, как и время, когда можно ожидать эффекта по регрессу энуреза. То есть комплексный подход с четким анамнезом родословных, типов мочеиспускания и психологического профиля ребенка. Спасибо за внимание и до новых встреч!